песнеры 25 лет назад и песнеры сегодня – это тот ансамбль, который претерпел очень большие изменения. Вот какие они были? Ну, знаете, я считаю, что как в футболе. Человек отыграл свое, надо менять. Потому что, наверное, все-таки меня закомплексует все это всего, понимаете, я уже не мог найти, потому что мне было очень тяжело работать с людьми уже, теми, которые, знаешь, вот так закрывая глаза, я узнаю, что он может сделать, что он не может сделать. Поэтому мне хотелось и для себя даже набрать хороших новых музыкантов. Я разрешил им даже, и хотя они сомневались еще, оставаться за границей или нет, я просто уговаривал их, чтобы они оставались, чтобы расстаться хорошо с ними. И я считаю, что сейчас новый коллектив у меня, это не пик, я думаю, конечно, но я считаю, что это достойный коллектив. Мы вас давно не видели, и было бы интересно узнать, ну, скажем, какие-то основные вехи, что ли, вот вашего ансамбля за последнее время. Какие конкурсы, фестивали, гастроли? Ну, я вот говорил, что в Корее Игорь у нас получил первую премию. Мы были в Корее на гастролях, и я первый раз разрешил солисту нашему участвовать в конкурсе. Он получил первую премию. Это радостно. И мы вернулись вот недавно, только со Штатов. Я второй раз был на этом фестивале «Единство» в Аризоне. И самое главное, наверное, все-таки... Я даже сам себе не позволил, потому что ребята прекрасно, я английский язык знают у меня. И они сочинили гимн. И он является официальным гимном этого фестиваля «Единство». Это, наверное, главная, наверное, победа. И, конечно, и запись альбома нашего в Голландии совместно с фирмой «Philips». Мы записали наш юбилейный диск. Это, наверное, главное. Так что 25-летие, я думаю, что мы, наверное, с какими-то результатами пришли все-таки, я считаю. Ты почав кахать, тебе с ніякой кветкой не мог я Такою не сдалася.
шукать.